Всем привет, друзья, мы продолжаем играть. Сегодня отцовский день, как и в прошлый раз. Итак, предыдущий вчера я проводил с тем чуваком просмотр и, правда, не увлечиваясь на стриме, чем на обычные записи. Ну, ту, которая была Endfighters 3, которую я прочитал за приправил, я все равно еще буду ее еще делать. А если вот эту игру я сегодня смогу пройти, то будем уже играть. Но насчет Resident Evil, который я еще говорил перед изданием, не стоит беспокоиться, но у нас выпустится следующее изданием, скорее всего, потому что мы немножко играем то и другое. Вот по поводу японскую школьницу и Alan Wake у нас по-прежнему будет еще продолжение еще на четвертом сезоне. Да. Потому что я сейчас пока некоторые потихонечку играю инди-хоррор, потом обычный хоррор, который она не коротенькая. Ну, инди-хоррор я называю его, потому что у нас первое лицо, потому что мы все время играем. Понятно, что то, куда делал там против зомби воевать, это было всего лишь тоже части, но там сюжета не было, но просто решил поиграть по ней. Попробуй пройти тоже. Он же тоже часть их хора. И я. Да. Поехали. Не нужны фанатки, пожалуйста. Пусти меня домой. Очень страшно. Тут еще есть 10 ключей. Нужно бегать среди. Если кто я отправил Эми, это сын сына. Его убрал. Thank you.
Ну, прилагает вот здесь. Так, смотрите, диск был на нем вот такой талии. А это есть тот самый место, где вот этот. Да, он просто типа предупреждён, типа сломался. Диск сломан. Да. А потом шесть вместе навсегда. Пил. Это был клон. А у меня ничего нет. Whoa, that was funny.
Несколько часов. Часов 5 спустя. Мы играем клоуна? Серьезно? Несколько дней спустя. Время новости японцы 11-го мальчика 10 лет, зовут Джей Джей. У него фотки были неправильные, как в науке японцы. Нам отвалится. То есть добровольница. А кто семь? Тьма выходит наружу. Три. Четыре часа, 13 минут. Бастард. Что-то я маленько не понял. Чего они так-то бустят? Переходят от главы к даже маленькому сиквозе. Офигеть. Все красно. Тима. Вечер. Мама будет наружу получается. Может, это с ним случилось. Она и как не работает. А, отлично.
Почему я калену спиной? Ну, вообще, я объясню. Потому что некоторые моменты, когда здесь темно, нам станет и ничего не видно, куда мы идем. Когда наступаешь, и сидят. У нас все это век на грани, короче. Это правильно. 12.4. Отцовский день. А, вот нам дали свет. Да, присед. Да. Либо его сын. Итан, прости меня. Это я во всем виноват. Твоя мама просила меня не садиться за руль. Я ее не послушал. Знаешь, как я хочу вернуть себя обратно. Я бы все это для этого сделал. Из-за своей работы я совсем не уделял вам внимания и был плохим отцом. Я хотел все исправить, но сделал только хуже. Я отнял вас друг друга. Мне так же. Я должен попытаться все исправить. Моля вовсе. Да. А, вот. Отсутки.
Как ты у нас живой уйти? Ну это на видеокамеру увиделся. Прикольно. А ты 8 уже. Большое всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Мы увидимся, ребята, в следующей серии. По этой же игре, после такого игры. Походу, наверное, может быть, это последний эпизод. Ну, так быстро, очень впервые. Ну, если в следующей серии мы пройдем на последний гол, то это нам на руку. Пока не там демо-версию какой-нибудь, наверное. Кто знает. Всем спасибо, всем пока.